Территория Донецкого аэропорта на все 100% контролируется армией Новороссии. Несмотря ни на какие заверения украинских СМИ о том, что аэропорт контролируется украинскими карателями, или как они себя называют, освободителями, это все ложь. Повторюсь, Донецкий аэропорт взят армией Новороссии. Сейчас армия Новороссии проводит зачистки от оставшихся украинских военных. Они прячутся в катакомбах, которых там довольно-таки много. В свою очередь, украинская артиллерия обстреливает из тяжелых орудий сам аэропорт. Наших 150, если мы завалим одного из них. Больше? Они так считают. Да. Командир же сказал, что один наш больше сотни их. Вот они из своих, ну, чтобы хотя бы одного нашего засадить. Артиллерия – бог войны. Я хочу... Не как они реагируют на эти переговоры? Что они предлагают? И реакция ваша, командиров, которые руководят операцией? Какая может быть реакция? Предлагали мы им по-человечески сдаться или просто уйти отсюда? Давали зеленый коридор, чтобы они ушли. Но они не соглашаются, продолжают бодаться с нами дальше. Ну, бодаются они как? Они как крысы вылазят в подвалов. И после каждой зачистки нам приходится на середине опять делать зачистку. Потому что аэропорт старый и много там подземных коммуникаций, откуда они, ну, как говорится, берутся из ниоткуда. Приходится воевать так. Они предлагали что-то, какие-то свои условия? Да, там вроде как слышал так. Напрямую никто там такого не говорит, но я слышал, что они за аэропорт хотят 6 городов, что мы им отдали. Я не могу понять, за что мы должны давать свои города, если аэропорт и так под нашим контролем находится полностью. Они вывесили на вышку свой украинский флаг и показывают его по своим украинским телевидениям. И говорят, что он ихний. В данный момент это ложь. Украинского флага нет на терминалах. Висит флаг Донецкой Народной Республики и флаг Новороссии. Нельзя сказать, что люди, которые в подземельях сидят, могут как-то контролировать аэропорт? Нет, они не контролируют вообще его. Аэропорт находится полностью под нашим контролем. Их вот эти вот диверсионные вылазки сразу погашаются подавлением огня. Как я уже сказал, что диверсионные группы это одно, но есть такое, как тяжелая артиллерия. Я уже неоднократно говорил, что если бы у этих недобитых бендер забрать тяжелую артиллерию, они будут никто. Вот в данный момент это подтверждение моим словом. Вот вы слышите, показы по аэропорту отрабатывают, с 5 утра уже работает Д-30, которые бьют на 15 километров, плюс работают 240-я артиллерия дальнобойная. Отработали 2 урагана, 2 града по нам отработало. И это продолжается постоянно, это продолжается с 5 утра. На данный момент обстрел ведется из 3 поселков, 3 населенных пунктов. Это Пески, это поселок Первомайская и город Авдеевка. И работают они регулярно. Если прекращается огонь артиллерии, начинают работать установки, и это как град, это как ураганы в данный момент. Или самая тяжелая артиллерия, которая у них есть, 240-я, которая уничтожает все. Здесь уже есть такие вагонки, уже люди, и все приемы всем показывают, что... И вот, вы слышите, в данный момент работает град по нам. Вы все слышали, все видели?
Вот осколки по нам летят. Смотрите, аккуратно голову берегите. Вот он. А горячий тогда. Вот осколки. Горячий, смотри, аккуратно. Это что, да, вот это что. Вашу руку ждет. Да, осколки. Снимайте, смотрите. Мы не лжем. Как я вчера в интернете прочитал одну статью. И даже фотография, как они контролируют аэропорт, показывают новый терминал, в котором все стекла стоят, все стоит. Вы в данный момент видели, какой он вид имеет, и после чего это все имеет. Так что люди, которые, если, например, если мы контролируем аэропорт, мы по нему не работаем. Артиллерия ничем. Потому что есть приказ министра обороны о прекращении огня, мы его прекратили. И не работаем по своей территории. Была бы на их территории, они бы ее так обрабатывали, вы сами реально видите, что происходит в данный момент. И это уже продолжается с 5 утра. Они вчера ночью со стороны Песков, прикрываясь танками, вывезли своих тяжело раненых, которые там плакали, рыдали, кричали им такие: «Мы вернемся, мы вернемся». Ну, посмотрим, кто из них доживет, потому что вернемся сюда.